Добро пожаловать, мальчики и девчонки, с вами ваш Невермор, и мы посмотрим сегодня новую свежую игрушечку под названием, вы не поверите, Zombie Survivors Terminus. А что это, о чем это? Не глядя на то, что ее начали делать еще в 21 году. Это Project Zomboid, не на минималках, а просто сверху и немножко пиксельно. Ну, проще показать, чем рассказывать так. Начинается точно так же, как Zomboid. Где-то начался зомби-апокалипсис, и мы выбираем себе что? За кого будем играть? Солдат, пожарный или полицейский? Остальные, понятное дело, что это, я так думаю, разблокируются в процессе. А можете разблокировать с помощью 4 профессий выживших. Без балды. Возьмем солдата. Немножечко поднастроим, допустим. Да, сделаем чуть больше обзор. А можно чуть-чуть. Да нет, все остальное как-то ухудшать не хочется. А, и можно выбрать покрасивше. Вот, рыжеволосая девочка Наташа. Она будет нашим солдатом. Есть, кстати, разные сценарии, как я заметил, но... Для убогого Невера проще всего святилище, с которого и начинаем. Да, уже долбятся зомби. Итак, цель игры. Зараженные зомби нападают на людей. Ваш дом по-прежнему в безопасности, но электричество и вода уже отключены, а припасов осталось мало. В одном из последних сообщений вы узнаете, что выжившие люди собрались в Терминусе. А вы можете точно выжить. Совет. Вы можете взять радио, послушать радиотрансляцию или пройтись по железнодорожным путям, чтобы найти места расположения Терминуса. Все это хорошо и замечательно, проблема только в том, что на нашей карте не отмечены железнодорожные пути. Я теоретически догадываюсь, что вот эта полямая магистраль — это они, потому что, ну, явно ЖДХ буквой ЗЮ не идет. Но это ж теоретически. А практически что у нас есть? 20 ощущений действий, потому что это дело правильно, чем ушаговое. Находим, собираем, собираем, ходим. Тряпка можно использовать, чтобы накрыть окно. Может быть разделена на нити. Обойдемся, и у нас уже есть ножик. Досочки возьмем, обязательно. Эч. Забрали тебя. Шкафулеточки. Такой, знаете, классический стиль, что называется. Немножко еды нашли. Обыск тратит 2 очища действий. Легкая куртка, зонтик и роман. Что за роман? Дайте мне мою инвентарь. Книга. Ее чтение дает следующий эффект. Боевой дух плюс 2. Любовный роман почитали, боевой дух повысился. Просто ради интереса. Давайте читать еще, боевой дух максималити. Удобная штука, я вам скажу. Досочку взяли. Досочки будут нужны и для крафта, и не только. Столик обследовали. Пластмасса, ювелирные украшения и кусачки. Крафт мы уже можем, крафт мы еще... Не, можем, слушайте, деревянное копье можем. Нож, доска. И получаем деревянное копье, похожее на кий. Или деревянную иглу. Делается, кстати, тоже из ножа и досок. Дать деревянное копье. Мы же сделали его, да? А зонтик, еда. Или мы бездарно потратили оружие? И у нас теперь нечем отбиваться. Вот это Невер тарданул. Вот это Невер тартан. А, он с очков действий, наверное, нет. А заканчиваем ход. Другие выжившие. Мы их пока не встречали. Зомби где-то там бродят. А крафт. Да, мы тратим очищение действий. И медленно-медленно изготавливаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот эта отмена была зря нажата. Ход зомби, ход не зомби. Давайте все-таки доделаем. Просто нож и доски по отдельности имеют малую прочность. А вместе они должны привести к чему-то более интересному. Так, раз. Проворот еще раз. Ходит зомби. Он где-то есть. Я уже слышу его топ-топ-топ. Готовим копьецо. Еще немножко. Зараза, долгая какая. Мы свою нажратой сытой скоро протратим. Еще чуть-чуть. Ей, мы получаем копье. И у нас остается... А, нож у нас остается. Мы просто заостряем палочку. Вон, что как. Так это даже лучше. Обыскали. Найден алкоголь. Алкоголь, это, конечно, интересно. Лучше была еда. На сытость уже на 11, считать, что на 10. Время 11.00. Деревянная бита и каша. О, хорошо. Деревянную биту мы завязаем как оружие. А вверху мы видели, внизу мы видели. У нас дом, вот это все, или у нас есть еще что-то где-то? О, у нас есть еще ванная. Без санузла, но все же ванная. Металлолом, MP3 плеер. MP3 я еще не встречал. Я немножечко сыгранул за кадром, просто чтобы понять механики, понять, что это... Просто Project Zomboid.
MP3-плеер. Использовать предмет произошла поломка вещи, больше использовать невозможно. Можете починить электроприборы, чтобы... С помощью отвертки. Ну, то есть вы поняли, Never включил MP3-плеер и сломал его сразу. О, переход на другую карту. Что почем сейчас поймем. У Чичи действия нет. Главное, чтобы зомби не выскочил. И еще немножко изучаем. Хлеб на один. Прелестно. Вот, хлеб мы, наверное, сейчас сразу зажуем. Проблема в чем? Проблема, что он портится через 43 часа. А сытость пока что плюс 6. Съели. Кашка дает сытость плюс 8. Не будем протрачивать лишнее. Зомби нет, но вы держитесь. Ух, надо было камень забрать. Забрал, спасибо. В целом, пока что обзор еще нормальный, но что будет ночью, мы не знаем. Так, ну... О, есть переход наверх, нам лучше наверх идти. Требуется 11 очков действия. Не слабо, не слабо. 16-1, главное не вывалиться на зомби. Да, как видите, перемещение ограничено отдельными локациями, а не одна большая глобальная карта. Что тоже, я вам скажу, немножко добавляет интереса. Такой себе немножко пошаговый Fallout получается. Ага, вижу доску. Закрыто. Взломать дверь. А вот в чем вся проблема. Ломать руками мы не можем. Мы можем ломать чем-то... И поломали доску. Эти, а руками не можем. А тратить дубины, ножи и пилы на что-то бесполезно не нужно? Плюс по времени. Время 15.00, закат через 5 часов. Наверное, мы все-таки завалимся в этот домик. А, окно случайно не открыто? О, окно открыто. Зря только доску потратил. Забрал. Давай, это у нас что? Мебель неопознанного качества сна. Мы, наверное, сейчас поспим. Долутаем до темноты все же здесь можно. И немножко поспим. А книга, металлолом, фрагмент карты. Во-во-во-во. Это уже интересно. Роман и книга. Фрагмент карты почему-то не завелся. Возможно, отметилась на глобальной карте. Смотрим внимательно. Книга. Когда вы ее прочтете, получите следующий навык выживания. Чистая атака. Ну, 209 страниц. 5 страниц на 1 очко действия. У нас еды не хватит это все читать. Вы понимали. О, а вот и оно. А вот и зомби. Так, что у нас есть? 4 очка действия. Есть купицу. Атака головы плюс 25%. Здесь надо набить гораздо меньше, только ноги. Голова, соточка. Раз, два. У, е. Дюшили. А лут-то нет? Нет, лут есть. Лут есть, слушайте. С зомби даже был лут. 17.00. Нам должно хватить на залутание всего дома. Книга рецептов. Что ты нам даешь? Роман, книга, книга рецептов. Каждые 40 прощенных страниц изучает один из следующих рецептов. Примитивная стрела, деревянный фонарик. Деревянная стрела и просто фонарик. Деревянный фонарик звучит стрёмно. Немножко консервов. Можно было через эту комнату зайти, но... Кто такой Невер, и он не ищет легких путей. Закат через 2 часа, я вижу. Как раз успеваем добраться до диванчика и утоспаться нормально. Отвертка и спичка. На крафт сгодится. Здесь что? Картофель, свежий хлеб. О! Как раз подошли. 19 часов. Зараза, там мощные зомби ходят. Так, а мы вот это исследовали, мебель пуста. Окно. Прикрыть одно очко действия. Так, прикрыли. Типа нас здесь нет, двери закрыты, зомби нас не заметит. Усталость уже пошла, тепло есть. Тепло это хорошо. Каша-малаша. Кушали одну. И для нормального сна нам хватит. 19 часов. Мы можем еще читануть роман для повышения боевого духа наперед. Тыч, тыч, тыч. Сколько нам нужно на здоровый сон? А, текущие 3,5. А, можем просто обыскать диван. Мазь от ожогов и кардиган. Качество сна. Будем проверять.
Зет? Да, мы ложимся на диван. Даже не на пустом полу. А зомби продолжают наступать. Не надо. Более что ночью у нас видимость ровно внутри своего квадрата. Если к нам кто подберется, мы этого не заметим. 21 час. Сытость падает, боевой дух и энергия восстанавливаются. Тепло это хорошо, тем более, что погода 11 градусов вообще. Возможно, стоило одеть кардиган. 12 ночи. Не, 10 часов, 10 градусов, при этом мы теплые, мы довольны, мы местами даже сытые. Такс, 3 часа ночью. Наверное, в 5 часиков восход солнца через 2 часа. Да, в 5 часиков можем встать поесть. Проснулись. Отремонтировать мы можем отремонтировать электронику. MP3 плеер. Недостаточно очков действия. Хорошо, ну инструмент у нас есть. А тогда отдыхаем ход. Утречко настало, ремонтируем электронику. Зараза, нам требует очень много на ремонт. Просто ради интереса, что оно нам даст. 3,5. Безбожно выедает, у нас падает еще и сытость. Давай кашу съели. Консервированная фасоль. Плюс 12. Нет, давай плюс хлеб. Все равно испортится. На остаток ремонтируем электронику. Еще 2 хода, и мы ее подремонтируем, двинемся наверх, наверное. Поломка, отвертка. Вот просто ждал. Карл, я этого ждал. Я прям был уверен на 100-500. Закрыта дверь. А, все открыто. А зомби-то дальнобойный. Смотрите-ка. С двух позиций атакуют. Но, по-моему, он нас не заметил. У него атака вообще на все позиции. Итак, атака 1.2-1.5, действие 3-4. А, мы в голову можем? Соточка раз, соточка два, соточка три, соточка четыре. Щиты сбили. Деревянное копье в минусе. Жизнь удалась. Зонтик защищает от дождя. А в голову тоже сотка. И сбиваем зомби зонтиком. А, зомби в шлеме. Он а что такое мощное? И у нас очков действия ровно на 2 хода. Лодка, и мы можем выбить ему руки. Лучше в голову. Сделали. Надеюсь, он здесь был один. Про натуральный ваш блондин. 11 часов задержались мы здесь на этой карте, вам скажу. Плюс здесь нет перехода на север. Здесь нет перехода на юг. Воу-воу-воу. Да это обидно, здесь всего один переход. Ни на восток, ни на запад, здесь только на юг переход. Это был тупиковый маршрут. Требуется 8 очков действия. Неудачно, неудачно. Вы обнаружили дом. Навыки выживания. Вы набрали достаточное количество опыта, и ваше тело запоминает каждое ваше действие. Выберите навык, который вы хотите приобрести. Можно улучшить боевой инстинкт. Плюс 100% урона ближнего боя. Можно сильный дух. Снижение боевого духа за ход минус 10%. У нас роман, если его надолго хватит. И знакомый голод. Снижение сытости на 10% меньше. Наверное, боевой инстинкт. Пятно крови намекает, что лучше боевой навык сейчас использовать. Окно закрыто. Это очень прочное окно, и биты не разбиваются. Не будем ломать инструмент. Здесь, вот это можно. Время 14 часов. Не хотелось бы здесь оставаться, я прям скажу. Хотелось бы метнуться немножко дальше, но очков действия не хватит. Дающая повязка, книга рецептов плюс рамен. Чем мы его заваривать будем, ваш рамен? Лекарство, маленький фонарик грибы. Фонарик хорошо, грибы такое себе.
Одночку действия мы можем немножко подъесть, скажем, рамен. А зомби продолжают наступать. Ох, хорошо, что мы их не видим. Лом и клей для дерева. У нас появились новые рецепты. Давящая повязка, лечение растяжения, самодельная повязка для просто повязки. Деревянная игла, примитивная зажигалка, деревянное копье. А комиссия не оправдала. Будем пользоваться ломиком. Доска. Не совсем заметил, есть ли у нас грозоподъемность, но вообще идея мне нравится. 15 часов. Зараза, я забыл снять тряпку там, где мы ее на окно вешали. Черт побери. Тогда попробуем метнуться и выйти на следующую карту. Требуется десяточка очков действия. Остается ровно 2 часа. Переход на следующую. Мы нашли хозмаг. Вот это мы богаты. Текущее местоположение, хозяйственный магазин. И в целом мы движемся в нужном направлении. Но, как вы понимаете, двигаться нам очень долго придется. А немножко еще погуляем. Дубинка. Закрыто. Но было бы слишком просто, если бы она была открыта. Но это же зараза хозмаг. А это зомби, который нас сейчас грызанет. Грызанет же, да? Мощнейшее. Мощнейшее КД. Внимательные зомби. В башку сотка. Уже невнимательные зомби. С него даже выпало что-то белое. Бинт. Точно внимательные зомби. Предусмотрительный. Хотя бы одно окошечко, нет? Печально, потому что наступает ночь. И вот тут мы видим ровным счетом вообще ничего. Фонарик можно? Вот, спасибо большое. Не знаю, сколько его хватит. Закрыто. О, здесь зомби. Придется разбираться. Как бы грустно это ни было, но... О, здесь еще один зомби, вот это вообще неприятно. Давай назад, лучше пускай оно к нам. О, нам зомби откроют вход-то, слушайте. Это даже проще, он ломает сам себя, он ломает окно. Фонаричек можно, да? Спасибо большое. Это ловкий зомби. Судя по фигуре, это была раньше женщина или трансгендер. Шанс попадания минус 50%. Это плохо. Потому что она ловкая, да? О, минус ноги. А так что, так можно было? Минус. Я. Лом мы сломали, но зомби тоже сломался. Так, ты у нас вылезешь, мы тебя заберем. Тряпочка нам остается. А давай, вылази. Мы посмотрим, что куда. Долгоиграющие зомби. Ох ты, ёх ты. Нам мало хватает фонарика. Надежда, что в хозмаге мы сотаримся батаречками. А плюс у нас минус энергия и минус боевой дух. О, ситуевенько. Постолько энергию не восполняет. Или восполняет, не восполняет. Еле все равно. Грибы это сытость, картоха это сытость. Лекарство. Очки здоровья плюс 10. Давящая повязка, мазь от ожогов. Нет, жопенька пока что не горит. О, а вот и оно. А вот и зомби. Просто зомби. Иди же, посади же. Во, поняли что? Самое страшное оружие это не лом и не кувалда. Это иди же, посади же. Тряпочку забрали. Зашли. Закрыли. Зараза, здесь была открываемая дверь. Да вы же меня троллите. Обыск. Опор, отмычка, металлолом. О, отмычка это хорошо. Опор еще лучше. Лом, древесина, книга рецептов.
нам нужно где-то передремать. Я думаю, что вот в этой комнате. Хотя, в принципе, слушайте, а мы можем прямо здесь. Маленькая проверяющая. Да, пустая хорошая комната, дивана здесь тоже нет. Но мы можем просто поспать. Энергия восстанавливается. О, не-не-не, зомби уже за нами пошел. По-моему, нас унюхали. Дверь еще держится. Ну, эту дверь мы подпираем своим телом, поэтому не переживаем. Ночь пройдет, наступит утро ясное. 2:04. Восход солнца через час. Все, просыпаемся. Не на диване, конечно, спали. Энергии добавилось гораздо меньше, чем хотелось бы. Мачете и металлолом. Хоть что-то полезное нашли. Грабли, лента, металлолом, радио. Ура, стоять боятся. Стоять боятся, не то. Радио — это полезная штука. Радио. Используем. Вы можете слушать радиопередачи из терминуса. Текущий заряд 70%, 80%. У терминуса к северу от города. Если кто-то живой, подходите. Координаты 9633. Мы пережили нашествие зомби. Мы запаслись едой и лекарствами. И у нас есть надежная оборона для защиты от зомби. Если кто живой, приходите к терминусу. 9633. Вы знаете, местоположение терминуса отображается на карте. Ой-ё. Далече, друзья мои. Тем более, что это проходит через опасное место. Здесь было большое здание, будет толпа зомби. Но мы все же долутаем немножечко. Совсем шушуть. Фикс. Фрагмент карты, деревянная бита. Фрагменты карты почему-то не заюзаются. Где они есть, почему мы их не видим? Много рецептов, много книг. Есть романы. Но фрагменты карты не юзабельны. Нет, слушайте, пардоньте, Невер опять протупил. Пишите об этом в комментариях. А вы знаете, где находится Хозмаг, полицейский участок, железная дорога и дом... и 7 домов. Фу. А теперь магазин электроники, продуктовые, аптека и дом 6. Йоу! Так мы рассекретили очень шикарный проход. Мы в Хозмаге, мы с Хозмага можем двинуться в магазин электроники. А там, если прометнуться через полицейский участок, главное обойти серединное место. И вот она ЖДХ, которая идет прямо на терминус. Можно и пойти по ней, и горе не знать. Продолжаем. Что это за байдам? Молоток и металлолом. Я, по-моему, видел там зомби. Уж мне показалось, но вроде бы я там видел зомби. Еще немножко лута, клей для дерева, мачете, кусачки. А мы можем сделать очень многое. Например, металлический нож. Из шестерней, тряпок и пассатижи. На будущее мы запомним. А радио, сковородка, у нас два радио. Уху-ху-ху-ху, мы богаты. Это, прямо скажем, немножко проще, чем зомбоид. Когда действуешь в пошаговом режиме, ну так... На полшишечки попроще. Дверь. Ага. Дверь открылась, а мы успеем или не успеем? Мы по количеству очищей действия не успеем. Ну давай, зомби, иди ко мне. Зараза, блокирует на выход-то из зоны. Еще и зомби-спецназовец. А вот еще и оружия нету. Пассатижики не подведите, спасибо большое. Вот, запомнили, самое страшное оружие — это пассатижи. Броньку не лутнули, обидно.
И давай, полицейский. Какой смысл, что за вопросы? Боевой дух падает. Нехорошо. Стоп, а почему в дом? Мы должны были метнуться... А, нам нужно немножко левее было. Мы в хозмаге, а магазин электроники чуть левее. Успеем ли мы обойти? Чисто теоретически, если зомби нет, то должны. А зомби есть. А 4,5 дойти туда, и переход очков 8. Не успеваем. Серьезно, по статье же нужно копить. Экс. Мы можем посадить культуру, разбить сад и высаживать растения. Это точно реально зомбует профиль. А мне нужно что? Мне нужно немножечко подъесть. А дальше повязка, грибочки съели, картошечку съели. Ты-то слабенькая, но мы же продуктовый идем. Икс. Не, магазин электроники. Ну, какие-никакие чипсоиды мы здесь все-таки найдем. Ну давай. А просто зомби. Эти пассатижи пережили уже какого по количеству зомби? Не сосчитать-то даже. Не-не-не-не-не, ух ты ж, ёх ты ж, нас грызанули. И на этом мы закончились. Это был хороший пробег, дамы и господа. Но, как и все у Невера, а закончился он не очень весело. Мы проиграли, чтобы потом еще раз вернуться. Если что, игрушечка Terminus Zombie Survival все еще в раннем доступе, но, как видите, очень даже играбельно. Поэтому лично вот от себя очень даже рекомендую. Очень рекомендую. Но пока что делаем паузу. Если вам понравилось, то пишите в комментариях. Можем даже забавахать небольшое прохождение. Можем даже на стрим завести когда-нибудь. Ну и не забываем про наши Telegram, Discord и ВКонтакт. Ссылочки все так же под видео в описании. Всем удачи, всем до встречи. Увидимся немножко попозже.